Если вы хотите реально сохранить семью, первое, что вам нужно изменить модель. У вас в голове картинка, как должно быть идеально, чтобы вы были максимально счастливой. Сегодня вообще поколение сильных женщин. И женщина, которая пытается из слабого мужчины, ну так скажем, с маленьким навыком выживания сделать сильного мужика, брутального, происходит проблема. Она не может быть счастливой, даже если она счастлива. И поэтому, если вот так Богом дано, у вас есть больше силы приобретать богатство, достигать чего-то в жизни, так достигайте. Наверняка у него есть масса каких-то других положительных качеств, где он может вам помочь. Даже если это не совпадает с вашим пазлом понимания, как должно быть в идеале. Я знаю много семей, где женщины волевые, сильные, прут на себе всю нагрузку экономическую. Мужчины при этом тоже несут на себе нагрузку, но не экономическую, не в таком размере, как она, но они в других вещах очень продуктивны. И это такой тандем. Они достигают таких результатов вдвоем, когда они не спорят, они ругаются, и она не пытается из него сделать того, кем он никогда не станет. Вот что самое противное, никогда не станет.